Всем привет, друзья! С вами снова Катя. Мы продолжаем проходить Mass Effect Andromeda. И сейчас мы с вами, на галактической карте. Я прилетела к одной из двух планет, связанных с сюжетной веткой ангара. Вот. И за кадром немножко просканировала планетки, за что апнула 10 уровень. Ей, круто. Надо будет сейчас его апнуть. Вот. Но в целом, система сканирования тут точно такая же, как во втором Mass Effect. Ничего нового. Выглядит, конечно, чуть покрасивее, но суть такая же. Так. Ну что, зона высадки Войлд. Давайте. А, оружие мы возьмем вот такое. Так, бронька. А что, у меня есть что-то новенькое? Да вроде нет. Броня инициативы обычная. Так, а что у меня здесь новенького? Вроде ничего. Так, зажигательные патроны, конденсаторы щита. Ну, вообще, я, наверное, возьму... импульсные патроны. Открывается бонусами криокапсул. Окей. Так. В этот раз мы с собой возьмем Пиби. И мы с собой возьмем Джала. Пиби мы возьмем, потому что у нас с ней задание связано. Джала возьмем, ну, потому что так надо. Так, покраска корпуса нет, доступных предметов тоже нет. Пока что я не хочу никоим образом красить кочевник. Мне, в принципе, нравится нынешний цвет, он более-менее неплохой. Серьезно? На этой именно планете? Ничего себе. А просто сказать, что океаны воды нельзя, да? Обязательно H2O. Волд, Ангара, это лед. И эти океаны... frozen over completely. There goes the dream of a seaside property. Ого. Ничего себе там погодка. Дожди бесконечные, что ли? That's a pretty intense blizzard. Снег, походу. LZ is on the windward side of the mountain. Conditions are bad. I'm tracking gale force squalls. Ох ты, ё-моё. Это не есть хорошо. Ничего себе, сколько снега, офигеть. Проваливаемся. Это плохо. Все, точно? Точно, все хорошо? Want us to get out and push? Very funny, Ryder. Зато шутечка немножко разрядила все, как мне кажется. Да. Но то, что здесь холодно, это, конечно, жесть. Лем Коста, планета для постов. Так. У меня на самом деле очень много здесь. Заданий. Вон, вы посмотрите, сколько. Активатор памяти, активатор памяти. Пиби секретный проект. Активатор памяти, это хрен пойми что. Камни для науки. Офигеть, сколько тут всего. Тут такая карта здоровая, умереть не встать. Ну ладно. Как тут кочевник вызвать? Я вижу. Мне показалось, что тут что-то было. Так, Иридий. Ага. Да господи, Райдер. Так, куда-то вон туда, да, надо идти. Ну, погнали. Так, вот тут какие-то люди. Привет вам.
right. Yes, she knows. We're headed to see her now. Все, можно идти, да? Отлично. Extreme cold is detected, Pathfinder. Life support is back online. No luck. Keller still shooting down anything that moves. As if the blizzard doesn't get you first. Так. Ну, типа, погнали. А, блин, у меня же... Так, сейчас, секунду. У меня же... Эти самые навыки неиспользованные остались. Вон, дохренища. 5 штук. Так, давайте вот боевые средства здесь. Эти... Отлично. Так. И в биотику что-нибудь на третий уровень вкачаем. Вот давайте... Так, скорость перезарядки, урон от умения. Вот давайте вот это, отлично. Так, дальше. Джалы надо с нуля прокачивать. 18 очков, охренеть. Так, ну давайте здесь 2 уровня. Так, здесь 3 уровня. Так, дальше. Граната-липучка. Так, поглощение энергии давайте на 2 уровня. Так, граната-липучка. Раз, два, три. И удар мстителя теперь можно на 1 уровень. Отлично. Супер. Так, Пиби, сколько у тебя? 4 очка осталось, да? Так, ну давай тебе... А, вторжение. Так, взламывает... Ага, так, 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 используй отрицателя. Отрываю ее от земли. Давайте вот тягу тебе прокачаем. И можно взрывную волну прокачивать. В принципе, мне взрывная волна теперь тоже не нужна, потому что она есть у Пиби. Мне можно будет из биотики что-нибудь другое прокачивать интересное. Так, профили. Давайте что-нибудь более интересное зафигачим. Так, штурмовик. Давайте штурмовика. Почему бы и нет? Я думаю, что это будет интересно. Господи, сколько... Можно все как прочитанное пометить, пожалуйста. Я реально не хочу все это читать. Спасибо большое. Все. Такая мелочная фигня сделана. Extreme cold is detected, Pathfinder. Нам, похоже, сюда все же внутрь. О, тут даже есть ящики для перезарядки. Зачем, спрашивается? Че, господи. Че ж мои шлятки такие обнимашки, прям мечта. Слан, да, меня тревожит угроза нехватки припасов. Последняя поставка для сопротивления была отменена в последний момент, и мы ничего не получили. Придется ждать следующей. Я лично займусь этим вопросом. Че, шлятки, обнимашки? Обнимашки, это так мило вообще. Обнимашки, это клево. Так, контейнер какой-то, давайте. Не то, чтобы мне все здесь было нужно. Так. А у вас тут много интересных вещей, ребята. Прям до хрена. Тут даже какие-то задания есть дополнительные. Давайте возьмем. Так, кристалл ангара. Ох ты ж. Это какой-то врач у них. Yes, what is it? You're that alien they've been talking about on comms, aren't you? Why are you standing here? Shouldn't you be talking to the commander? I'm Pathfinder Ryder with the Andromeda Initiative from... Wonderful. You're from far away. Do they have magical healing where you're from? Nothing more advanced than what you have. Then where you're from is useless to me right now. Stand over there. The commander said the alien wanted to help, but we need it. Emergency caches, maybe. Emergency caches? This is a war zone. Ked attacks are always a risk. Wounded. There's probably a cache of emergency medical supplies nearby. No substitute for real medical attention, but you'll survive long enough to reach it. Problem is the caches are empty right now. Restrained and no one's been out there to replenish supplies. There's no time to waste. I'll help with whatever you need. Supply crates are stacked by the wall over there. Directions to the caches are with them. You have a vehicle? Of course. Good. Get going. Так, окей, одно задание есть. Тут еще одно какое-то.
Так, Олеск, мы отправили к вам челнок с медикаментами, которых должно хватить на весь цикл. Вы получили груз? Сигнал отслеживания пропал сразу после того, как ящики были сброшены. Прошу, ответь как можно скорее и сообщи, удалось ли получить заказ. Так, Looks like supplies aren't getting through to the resistance. Olesk is in charge of requisitions. We should speak with him. Так, начало записи. Звезды, Сик, ты только взгляни. Сказал же, что меня не волнует твоя коллекция. Нет, база кетов. Здоровенный корабль. Это же похоже на штурмовик. Они доставляют новых солдат и более мощное оружие. Это не к добру. Я отправляюсь в кассу. Продолжай наблюдение и все записывай. Ясно. These are the emergency medical supplies the doctor mentioned. We have to get them to the caches. Sam, you saving the location data? Of course, Pathfinder. Так, окей. Это, конечно, жесть, что у вас тут вот вообще все в снегу. Это просто капец. А, терминал. Насколько мне известно, на Айе объявились новые гости. Стоит ли напоминать, чем закончилась наша последняя встреча с ними? Кадара из-за них превратилась просто в выгребную яму. Вы с Эфрой наверняка получаете массу предложений с обеих сторон. Надеюсь, Ангик, вам хватит ума принять верное решение. Нельзя отдавать Айю и Войлот в лапы этих тварей, и первопроходцу их тоже не следует доверять. Докладывает Вэшнаран. На этой неделе мы получили удивительное известие. Человеческому первопроходцу удалось активировать хранилище на Эос, и новоприбывшие уже приступили к освоению планеты. Командир, я не знаю, как к этому относиться. Меня тревожит, что пришелец из дальнего космоса может управлять техникой, в которой мы не сумели разобраться за несколько веков. Из истории мы знаем, чем может закончиться общение с пришельцами, превосходящими нас в развитии. Простите, если мое замечание покажется вам излишне нахальным. Я лишь выражаю свои опасения. Ваших решений, командир, оспаривать, и я не пытаюсь. Ой, нас тут не любят, очень не любят. Вот прям капец, как нас здесь не любят. Просто, да. Но я думаю, нам удастся завоевать их доверие каким-либо образом. Это же не так сложно. Просто выполнили для них задание. And you, Jarl. This is the alien, the one you think can help us. Yes. This is Ryder of the Andromeda Initiative. I am Anyik Dozeel. Remember the name. Because if you betray us, I will kill you myself. Be assured that what I do to you will make the stars turn their faces and grow dark. I have no intention of betraying you. Say what you want. It is the hands that reveal true intention. If you wish to prove yourself, be an ally in our fight against the Ket. Despite our best efforts, their growing forces remain a threat to our people. Speak to our lookouts, who watch the valley. They'll know where our need is dire. Jarl. Watch them, and be careful yourself, my friend. I always am. Наблюдение за кетами, неделя 42-я. Сдача вахты, так-так-так, лагерь заходит Каркин. Ну, это не так интересно, кому надо, почитайте на паузе. Не хочу это дело читать. Так, что у нас тут? Перехват, поговорить с Алиском. Давайте. У нас куча, блин, заданий параллельно будет, как всегда, но это ладно. Pathfinder, something I can do for you? You the requisitions officer? I hear you're having supply issues. Of course not. I don't know what you've heard, but everything is running fine. Your communications say otherwise. You haven't received a shipment in weeks. Those data pads were encrypted. How did you... I need to keep this news contained. No one knows the shipments have stopped. If word gets around, we'll have a serious morale drop. I need to investigate this quietly. You have any leads? Not much. The supplies make it planetside, but never reach the base. The obvious answer is the Ket. Sabotage is their style. We changed our drop point, but no luck. I can't send someone to investigate without word getting around. I guess there's no avoiding it eventually. I can take a look at the drop point. That way, no one will panic. I can't sanction an official search, but I also can't stop you from investigating on your own. The nav point for the last drop location is in my personal console. You seem to be adept at decryption, so I'll let you figure out the rest. Okay. Хорошо, давайте. Well, my friend, welcome home, brother. Да блин.
Так, все. Successful, Pathfinder. Updating your nav system with a supply drop point. Я так понимаю, что тут сейчас через этот выход я везде, куда надо, доберусь. А что у вас тут есть интересного? Wow. I wonder how it works. Do you think they're adapted remnant tech? You don't win a war without good organization. Hold. From this room, we keep track of our brothers and sisters in the field. Hope they give me a patrol. Блок данных. Отмечена повышенная активность в окрестностях Джаник. Кеты окружили место раскопок неким барьером. За ним разведчики заметили пленных ангара. Похоже, кеты принуждают их к каким-то работам, пока не знаю к каким. Поступают сообщения о новых похищениях. Кеты, кажется, перестали атаковать Даара. Те слишком хорошо защищены, и это здорово. Но теперь враги выслеживают путников. В случае нападения засад участились, следует всех оповестить об опасности. Старший разведчик, а ну-ка. Pathfinder, I was told to expect you. Davia Kars, Chief Intelligence Officer. I want to brief you on Vold. Any questions about the planet? Ask away. Да, наверное, мы давайте мы все спросим. Is that a map of Vold? A living map, yes. Every region on the planet is represented. Updated in real time as we get information from scouts. А можно мне такую же? You can see the nearest Dara, the Jara Tetchiks, and Yarnik, the archaeological dig the Ken have occupied. You mentioned the word Dar. What does it mean? Well, translated directly, it means rock foundation. A Dar is smaller than a city, but larger than a settlement. There are several out here. Angara who live in Dara are combat trained, ready for anything. I guess they need to be. They take pride in defending themselves. But the Ket are bolder lately. The Dara are their new target. We've had to change our tactics to protect them. More patrols with the Dara means fewer raids on Ket camps. The Ket know this and use it against us. How does the Resistance plan to win this war? We don't have the forces to fight a planet-wide war. Our only hope is a strategic strike. The center of all Ket operations on Vold is across the valley. If we take down their command structure, it will weaken them. At least, that is our hope. I think I have enough info. Спасибо большое. Окей. Так, ладно, тогда погнали отсюда, ребята. Так, только... Сейчас. Довольно забавно, что я тут очень интересно прыгаю. Интегрированный ангарский модуль, окей. Так, ну, наверное, погнали наружу. Что тут, зачем задерживаться, если у нас тут куча других дел. Так, сканировать тут больше нечего. Вот то, что здесь холодно, меня, конечно, очень не радует, но что поделать? Everyone looks friendly. Let's try to make a good first impression. It's good to be back. I have friends here. But I never get care packages from Aya, do I? Whoa, didn't mean to sneak up on you. Your commander said you could show us the valley. Zeke, I don't want to talk to it. You talk to it. Ryder has a name. You named it? How'd you even tell them apart? Stars, Beniska, just stop talking. Yeah, we can show you the valley. What are you looking for? I'm here to help your people. Know anyone who needs it? We've got reports from Hajara about someone trying to rescue a kidnapped family. See those red lights? That's it. If you're here to help, like the commander says, you could start there. Anything else? Those red lights. You said that's Hajara? Yes. Hajara Station. One of the Dar in the valley. It's a small community, mostly scientists. There's people there that might need help if you haven't checked it out already. How do people manage to live down there? Why so surprised? We've adapted to this weather. Those lights are conspicuous. Don't the Ket attack? We've adapted to that, too. The Ket want to take us alive, so we fight to the death. It seems to deter them. What's that alien facility on that mountain over there? That's the Ket Command Center. We have constant eyes on it. What's its purpose? It controls Ket operations on the entire planet.
There's always ships coming and going. I came face to face with the prefect there. Meanest, motherless Visan I ever saw. Even the cat seemed afraid. We don't have much intel on her, though. Do you know of any remnant sites or ruins? I think so. Actually, I don't know. Seek, do you ever read the dailies? No. You'll tell me if I need to know something. So, where is it? Tall lights. Over on your right somewhere. I'll let you get back to your work. Yeah, you behave. We're watching you. Tempest, we're going to need the Nomad. My position. Deploying forward station. Good luck, Ryder. Automated protocols activated. Deploying forward station. Отлично. Моя прелесть. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav. Моя прелесть. Extreme cold is detected, Pathfinder. Да, пожалуйста, кочевника мне. Ибо я не хочу по всей этой планете. Okay, Sam, what's Volt got for us? Так. Activity appears to be centered around this large central command post. According to Resistance Intelligence, the base coordinates all Kep. Окей, хорошо. Ясно. And taking it down will cripple their operations. In theory, however, given the trouble the Angara Resistance has had infiltrating the base, it will not be a simple task. I recommend a more cautious approach that starts with the investigation of smaller Kep installations. Any suggestions on how to get on Ephra's good side? Resistance dispatches indicate there is someone in Hajara who needs help. We could visit Tekix, a larger and more established Angara Dar that is nearby. Sounds good. Thanks, Sam. Pathfinder, Vault's temperature range is fixed well below freezing, with pockets of even more severe conditions. This necessitates the use of the Nomad. I advise against prolonged exposure to the cold. Спасибо большое. Don't crash the car. Our scans have detected remnant monoliths, which suggests the presence of a vault. And that means we might be able to melt this ice cube. All right, как вариант. We've got our work cut out for us. Let's get going. Так, ну что, машинка, рыбонька. Так, куда мы с вами пойдем первым делом? Первым делом нам ближе всего добраться вот сюда. Так, что у нас? На передовой отправиться на Хьяру. Давайте пойдем, здесь поближе будет. Follow the lights, Ryder. Trust me. The Nomad's got safeties if you drive off this mountain, right? Extreme cold is detected, Pathfinder. Так, окей. We're out of the worst of it. Temperature should be manageable now. Cat, coming this way! Quickly, before they find the resistance! Норм. Так, ну вроде как да. Все, погнали обратно в кочевник. Мне кажется, ли он покрывается каким-то снежком, что ли? Так. Ага. Я просто хочу так или иначе вот сюда добраться. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface.
Мне не нравятся звуки, которые я слышала. Так, это, конечно, все хорошо. Так, нам надо теперь сюда вот добраться. Ребята, почему вы идете за мной, мне интересно? Так. Черт! Ну ладно. Так, ну чё, давайте. Прикольно. Так, передаю координаты новой точки сброса. Поставка намечена на сегодня, так что поспешите добраться до места. Если звезды окажутся благосклонны, там будет и щит. Напоминаю, что действовать надо тихо, никому не раскрывая сути задания. Если Эфра узнает, что мы строим склад, он предпримет меры. Пусть остается в неведении как можно дольше, да прибудут с вами небеса. Аксул. Так, я так понимаю, что с этим заданием у нас все. Камни для науки. Вот, мне теперь сюда надо. Ну что, погнали. Did your people have plans to settle here? You seem easily affected by the cold. Тут очень странные вещи, если честно. Catch salvage. Be careful, Ryder. Мне не нравится то, что я там вижу. Ой, блин. Нет, залезьте обратно в машину. Так. А почему у меня тут заметка какая-то еще стоит? Господи, зачем она мне нужна тут? Странная очень метка. Мне надо вот сюда обязательно. Тут вон еще одна. Это еще одно место для сброса станции есть. Это то, что мне нужно. Хм. А что у нас вот здесь? Окей. Incoming. Да блин, твою мать! Ой, как это было тупо! Ой, как это было тупо! Божечки, как это было тупо! Ой, не пойдем сюда. Проедем мимо, поедем по заданиям. Не будем заниматься такой хренью. Нет, мы сюда не поедем. Не хочу с кетами разбираться, бесят они меня. Хе-хе, на снегу нас так заносит, классно, нравится. Так, нам куда-то вот сюда, походу. Remnant sight ahead, Pathfinder. It could have defenses in place. Не сомневаюсь. А что это? Странно. Непонятно, короче. Мне куда-то сюда, походу, надо.
Activating automated forward station deployment. Our histories say there were once flower meadows on Vault. Colors we didn't have names for. Whatever you think of it, this is a beautiful planet. Those clouds are really something. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. I'm detecting below normal temperatures. Так, нам, похоже, вот сюда надо. I think we saw these lights from the lookout post. Let's see if someone here needs help. I hear the researchers here drill into the ice in order to study it. Someone around here probably knows what that ice is for. Don't think that ice is for slushies. Bad weather for it. The ambient temperature is normal. Someone said they saw an alien arrive at the resistance base. Now here you are. Oh, wish I could talk. But I gotta get this sky-cursed piece of junk working. It's been picking up weird interference for days. I can't transmit data to our colleagues in Talara. Is there something I can do? Maybe. I didn't think you'd be familiar with our machines. Oh, I need to take a break before I kill someone. If you want, feel free to poke around. Okay. Так, что тут у нас? Консолька. High-powered communications array. Most likely for planet-wide communications. Makes sense. Anything on that interference the researcher talked about? I am detecting a signal. It is faint, but this equipment is sensitive. Pathfinder, also observe a regular pattern in this emitted signal. It may be artificial. You don't mean Ket? Are you saying the Ket are disrupting our comms? We must look into this. We can't just attack an entire Ket base. All that alien people have been talking about. Some say we can't trust you. But if you're here to fight Ket, that's good enough for me. I appreciate the vote of confidence. Ket kill people. They take our families and we never see them again. Anyone who fights against us has to be better than them. So, will you fight them? I know the location of the labor camp where they took my uncle. What's a Ket labor camp for? Different things. They put people in cages there. Sometimes they make them work. Sometimes they collect Angara, and once they have enough, they move them. And sometimes they just kill them. My father died that way. That's awful. I'm sorry. Don't be sorry. Make sure I don't lose more family. I'll get your uncle. Here's the nav point of the labor camp. Please hurry. Nilge may not have much time. Так, окей, хорошо. Сейчас, блин, опять заданий поднабрали целую кучу. Так, ледяная глыба. Так, ну тут ничего особо нету такого. Так, что у вас здесь, ребята? Так, еще один терминал. Кноид, я не знаю, что делать. Чужаки убивают Евара, а мы не можем этому помешать. Их и без того осталось мало. Что будет, если мы утратим этот последний кусочек живой истории? Сможем ли мы простить себе за бездействие? Я хочу выйти наружу и что-то сделать. Нельзя допустить, чтобы песня Евара прервалась. Кноид, мы сумели добраться до той скалы, что тебя заинтересовало. Ты был прав. Там и в самом деле гнездовье эйрохов. Жаль, что ты сам не можешь это видеть. Здесь так много детенышей, и эйрохи совместно заботятся о них. С подобным поведением наши биологи еще не сталкивались. Благодаря находке мы можем значительно продвинуться в изучении этого вида. Не знаю, как тебе удалось догадаться, но чутье тебя, как всегда, не подвело. Просто не терпится показать тебе сделанные мной снимки. Heard there was an alien lurking about the place. Don't try to start something. We're all combat trained by the Resistance and prepared to die. And try not to disturb our data probes. Our research is valuable, though it may not mean much to you. What's your focus out here? Glacial movement, seismology, climate.
anything Aya needs from us. Resources are tight, so our scientists know a bit of everything. That way, we're prepared for anything. Are you in charge here? Lead researcher. Worked as a seismologist on Aya before I volunteered for Hijara. You volunteered? We all did. Aya is fine, but all that green gets boring. I can't speak for the rest, but I came here for the adventure. So far, Vold has lived up to my expectations. Always a new mountain to scale. How long has the station been around? Only a few years. This used to be Ket territory before the Resistance pushed them out. We've discovered a wealth of resources the Ket protected out here. Metals, minerals, even a new species of edible cold weather fungus. All that was hidden under the ice? And more. We've only scratched the surface. I'll come back. Да блин. Вообще прикольно, что с этим... профилем штурма я теперь, гляньте, как прыгаю. Это жесть. Так, ну что, нам получается теперь... Ой, сколько заданий. Так, здесь у нас камни для науки, здесь базовая зона. Активатор памяти здесь есть. Наверное, давайте попробуем смотаться туда, если, конечно, получится. Я не уверена, если честно. Ага, спасибо. Джал, your people have been fighting the Ket for a long time. Since long before my birth. Are you encouraged that you have allies now? Us, I mean. It's better not to die alone. Yes. Wow. You don't think we can win? This isn't a typical war. Therefore, winning won't be typical. Так, я хоть правильно еду? Да, правильно. Но то, что здесь, конечно, все в снегу, это жесть. Хотя, на самом деле, я ничего не имею против снега. Я люблю снег. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. I and many others have never known a world without Ket. The Resistance fights so our children may one day be free. They're a tough bunch. How long have the un... Так, подождите. Ага, мне теперь надо левее. They've been fighting the Ket. Must feel like forever. Так. Ket signals detected ahead, Pathfinder. Так, вот тут что-то есть. Пить. Так, отлично. Another eidetic trigger, Sam? One of your father's memories is now accessible. Return to Samnode on the Hyperion to investigate. Отлично. Просто отлично. Так, дальше. Торговые льготы, сцена спасения. Что у нас дальше? Активатор памяти здесь. Давайте лучше пойдем вот сюда. То есть нам нужно будет спуститься вот здесь вниз прямо и потом свернуть направо. Давайте так и сделаем. Это, конечно, дикость спускаться здесь, но я попробую. Ей! О боже, что за живность? Really? Who else? There is also Lexi. Oh, right. Так. Мне надо куда-то вот сюда, походу.
Вообще довольно интересная здесь карта, выглядит все очень красиво. Мне это, знаете, вот эти снега все очень сильно напоминают тех. Очень сильно напоминает мне море из «Властелина колец». Ну, в смысле, Карадрос, вот это все. Это интересно. Так, там Кета. Ну, их в бане. И там Кета. Так, стопы. Так, ага, все, теперь мне надо прямо по ущелью ехать, отлично. Правда, я так чувствую, что придется сейчас с кетами подраться, да? Похоже на то. Все, что ли? I'm reading a temperature decrease. Так, это, конечно, круто, но что здесь? А, тут контейнер. Какая-то. Чё? Чё это было? Я застряла. Это что такое? Хрен пойми. Так. Какой-то дробовик. И я не могу его надеть. Печалька. Ну, прям сейчас, конечно, да, не могу. Ну, ладно, что поделать. Так. Ну, ладно. Давайте тогда на этом пока что прервемся. В следующей серии мы с вами пойдем исследовать эту планету дальше. И я надеюсь, что у нас, ну, через пару-тройку серий получится здесь нормализовать климат, и ангары, в конце концов, поймут, что мы вообще очень клевые, что мы вообще топчики и хотим только мира и добра. Да вот. Ну, а на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр, и всем пока-пока-пока.